Законопроект об участии в мирных собраниях с последними изменениями представил в Караганды министр информации и общественного развития Даурен Абаев. Уже сейчас на стадии обсуждения в документ внесли поправки. Участвовать в митингах без специального разрешения смогут теперь и дети в возрасте до 18 лет. Более того, разработчики отказались от спорного пункта, который ограничивал число собравшихся. Людмила Батюшкина расскажет подробнее. Ограничения в 250 человек для организации мирного собрания без спецразрешения теперь нет. Инициатором этого изменения стал президент страны. Митинги, демонстрации и собрания можно будет проводить, лишь уведомив об этом власти. Главное, чтобы тема не подпадала под перечень запретов и собрание проходило в специально отведенном для этого месте. Последний пункт не слишком нравится гражданским активистам. По митингам, которые проводятся у нас там на стадионе Литейщик или где-то в переулке у Владимира Ильича Ленина, это до власти дофини. Митинги должны проводиться там, где народ хочет, перед акиматом, перед департаментами, перед управлениями. Еще несколько пунктов нового законопроекта показались активистам спорными. Более всего общественников Караганды возмутило разрешение на участие несовершеннолетних в мирных собраниях. Честно говоря, не очень хотели снимать это ограничение. Мы хотели, чтобы 18-летний возраст, чтобы он оставался. С 18 лет, чтобы участвовать. Но мы вынуждены его снять, потому что это требование конвенции о правах ребенка, которую ратифицировал Казахстан. Другое дело, что вовлечение детей, а вовлечение детей – это уже наказуемое. Там есть уже определенная статья «За вовлечение детей». Недовольство вызвала и норма, согласно которой участники мирного собрания обязаны предоставлять видео и фотоматериалы госорганам по требованию. Полицейских интересовали их полномочия. Мне кажется, необходимо больше прописать регламентацию деятельности полиции, да? То есть, что могут полицейские, что необходимо, в каких случаях они могут применять силу или в каких случаях они не могут. Министр спокойно отреагировал на самые эмоциональные выступления. По его словам, в правительстве намерены выслушать все мнения. Я сюда приехал, потому что мне не до фени, и нам не до фени, как вы сказали. Поэтому я здесь с вами за одним столом сижу и слушаю. Обсуждение законопроекта о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в РК идет уже почти месяц. Пока действует старый закон, принятый еще в 1995 году. После сбора всех предложений министерство еще раз пересмотрит проект. Принять закон планируют до выборов в парламент в следующем году. Спасибо. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область.